Здравствуйте, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. Всем привет, как меня слышно? Прием, раз-два. Окей. Мы живем в симуляции, на самоизоляции. Ведь люди так подвержены любой манипуляции. Забудь эквализацию, уничтожение наций. Уволят на работе, это только провокация. Мертвая еда, вторит эта петля. О чем в ТВ твердят, лишь деньги воротят. Вся вкусная продукция на самом деле яд. Побереги себя, другим скажи нельзя. Брось сигареты, пиво быстро, это химикат. Только не надо мне угрожать. Только не надо мне угрожать. Просто обратите внимание, что уровень страха поддерживать на том же уровне уже не получается. Маргеллоны и металл, химтрейлы, уран. Нас травят во всех возможных местах. Где надо война, а где беднота? Ведь это игра, которой ты раб. Макдональдс еда, Макдональдс лишь яд. Все слышали это, но всем наплевать. И я не боюсь это публиковать. Мой дух закаленный, нас не запугать. Все мы едины, нас не разорвать. Все мы едины. Я человек, который очень большой противник вот этого национализма, когда людей разделяют на нации, пытаются навязывать кому-то какие-то стереотипы, или в обществе бытует мнение о том, что если это еврей, ему присуще вот такое поведение, если это армянин, то такое, если грузин, сякое, русский такой-то и так далее и тому подобное. Вот смотрите, друзья, я всячески призываю все-таки человеков наших, я надеюсь, у нас люди здесь не просто так сидят, да, не для просто котиков и гифок, да, вот, я считаю, что люди здесь грамотные, и я бы хотел сказать вам, не позволяйте ни себе и никому другому вот начинать даже вот такие разговоры, где вот это та нация, вот это та нация. Это очень низкий полет. Это деформированное мышление, это деформированное где-то внутри сердца даже, возможно, отчасти.